Сегодня российские правозащитники и представители интеллигенции обратились с открытым письмом в адрес мировых лидеров с просьбой остановить конфликт на Украине. Авторы письма уверены, что Россия не способствует стабилизации ситуации на территории соседней страны. Такая позиция в корне противоречит официальной позиции Кремля и провластной группы деятелей культуры, подписавших знаменитое письмо в поддержку Путина. Кто отступил от генеральной линии партии, выясняла Александра Агиенко. Это письмо совсем короткое, из трех приложений, но, по мнению автора, правозащитника Льва Пономарева, большего и не требуется. Это обращение к лидерам России, Украины и международного сообщества с просьбой не допустить кровопролития на Украине. Российскую власть авторы письма призывают открыто заявить о том, что вооруженные люди, которые сейчас захватили административные здания на Украине, никакого к ней отношения не имеют, под какими лозунгами они бы не выступали. Россияне сопереживают Украине, но все по-разному. Тех, кто считает, что конфликт на юго-востоке соседней страны развязан с подачи России, называют агентами Запада или пятой колонной. Даже несмотря на то, что от генеральной линии отступили среди прочих известные деятели культуры и искусства и правозащитники. Тем не менее, они, пусть и в подавляющем меньшинстве, продолжают отстаивать свою точку зрения. Власть в Украине стала слабой, и в этот момент своим, как бы, так сказать, ну, родным, ну, что может быть ближе Украины для нашей страны, для России? Там 10 миллионов русских живет, здесь у нас 10 миллионов украинцев. И когда власть там ослабла, отхватить кусок, как говорится, это совершенно мерзительный, вот так, с точки зрения морали поступок. Здесь российская власть открыла ящик Пандоры, потому что эти люди с оружием, которые пришли с территории России, да, ну, допустим, даже они на территории Украины, ну, русские люди, они в основном это все русские, пусть они даже на Украине жили, они ведь, если даже вот там удастся как-то урегулировать, они уже почувствовали, что это такое, да, получать власть хотя бы в маленьком городе, они ведь и в Россию могут прийти. По словам Пономарева, он и все, кто подписался под этим письмом, ратуют за стабильность на Украине. Только, по мнению авторов обращения, добиваться этого нужно путем оказания помощи, а не усугубления конфликта. Здесь никто не отрицает тот факт, что украинская страна также виновна в развязывании конфликта. Потому второй абзац открытого письма – призыв к украинским властям сделать все, чтобы не допустить кровавого развития событий в восточной части страны. В том числе утверждение официального статуса русского языка и расширение прав регионов. В письме содержится и обращение к международному сообществу с призывом в случае кровавого развития событий немедленно вмешаться, вплоть до ввода миротворческих войск ООН на Украину. Тем временем на официальном уровне Москва продолжает настаивать на том, что ответственность за последние события целиком и полностью лежит на украинской власти, которая не идет на уступки и пытается силовым путем подавить протест. Решить проблему, по словам главы МИД Сергея Лаврова, Россия планирует на предстоящих в Женеве переговорах с участием США и Евросоюза. Так что будем добиваться успокоения ситуации, будем добиваться, чтобы киевские руководители уважительно отнеслись мнению и к требованиям жителей Юго-Востока, к гражданам Украины, которые живут на Юго-Востоке, и незамедлительно вступили в переговорный процесс, чтобы разрядить обстановку, а не пытаться нагнетать ее за счет использования силовых ведомств и тем более за счет использования армии, что прямо запрещено украинским законодательством. Истоки кризиса лежат глубоко внутри украинского государства, резюмирует Лавров. Решать проблему должны прежде всего сами украинцы, не прибегая к помощи сторонних политических сил. Это письмо подписали уже десятки человек, в их числе и известная российская актриса Лея Хиджакова, режиссер Эльдар Рязанов, глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева. Но в целом сторонников такой позиции в России немного. Тем не менее, они хотят ее донести до общественности. Александра Агиенко, Алексей Матвеев, RTVI, Москва.